В преддверии международного женского праздника 8 марта Совет деловых женщин «Атамикен» впервые проводит в Таразе международный форум «Возможности женского предпринимательства. Взгляд в будущее». Основными темами мероприятия стали возможности женского предпринимательства, проблемы и пути их решения. На мероприятии побывал и наш корреспондент. Главная цель форума – показать возникающие тенденции развития предпринимательства в условиях рыночной конкуренции. В Жамбылской области всего насчитывается 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Из них порядка 40% составляют женщины. А это уже высокий показатель, отметили участники форума. Впервые у нас на территории Жамбылской области проводится форум деловых женщин. И мне очень приятно всех вас видеть здесь. Я рад приветствовать вас. Хочу пожелать вам хорошего, успешного форума и также с наступающим вас праздником весны, с Международным днем, женским днем, с 8 марта. В ходе форума обсудили и вопросы государственной поддержки женского предпринимательства. Так, с начала 2010 года в рамках дорожной карты бизнеса в регионе было реализовано около 1000 проектов на общую сумму 96 миллиардов тенге. Из них 270 участников – это женщины. И сегодняшнее событие – это еще один положительный шаг на пути развития женского предпринимательства, отметили участники форума. Не боятся брать кредит. Что для этого нужно? Палата предпринимателей помогает по бизнес-планам, по всему остальному. Женщинам нужно только начать. Ведь она хранительница очага, но и в то же время предприниматель. В женских руках бизнес расцветает. И это видно сегодня на форуме. Реальными историями для достижения самых амбициозных жизненных целей поделились сегодня успешные бизнес-леди и ведущие мотивационные спикеры из таких стран, как Кыргызстан и Турция. Также на форум приехали деловые женщины из Акмолинска, Южно-Казахстанской и Алматинской областей. Светлана Юдина на протяжении 10 лет активно изучает вопросы личной эффективности, самореализации, управления временем и создания успешной карьеры, а также психологию и коучинг. И сегодня она приехала, чтобы поделиться своим опытом. Это в первую очередь уверенность. Сегодня я буду проводить мастер-класс на тему «Бизнес в ваших руках». Почему именно эта тема? Потому что многие бизнесмены не понимают сложности, важность именно своей психологии по отношению к бизнесу. То есть если бизнесмен уверен на 100%, что его начинающий бизнес пойдет, то бизнес пойдет. От его уверенности зависит качество подачи бизнеса, контента и так далее. В работе форума приняли участие более 200 деловых женщин. Прошла также встреча B2B, где участники мероприятия смогли обменяться контактами и наладить взаимное партнерство. В завершении для приглашенных иностранных гостей была проведена экскурсия по достопримечательностям древнего Тараза. Валерий Татаренков, Адильбек Самаликов, 77 News.